Швеции подожгли посольство Португалии, 14 пострадавших. Министр иностранных дел Португалии Аугусто Санта-Сильва назвал пожар изолированным актом, который совершил посетитель, и не связан с терроризмом. В центре Стокгольма неизвестный мужчина устроил поджог в посольстве Португалии в Швеции. В результате инцидента пострадали 14 человек, сообщает The Local в четверг, 5 апреля. 14 человек получили незначительные повреждения в результате пожара в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии, говорится в сообщении. Министр иностранных дел Португалии Аугусто Санта-Сильва сообщил, что пожар был изолированным актом, который совершил посетитель посольства и не связан с терроризмом. По его словам, в посольство пришел 50-летний мужчина, который бессвязно говорил на испанском и английском языках о неких проблемах торговли людьми в Португалии. Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, но до начала разговора он устроил пожар и сбежал, сказал министр. Мужчина скрылся с места преступления, однако позже полиции удалось задержать его. Ранее возле посольства США в Черногории взорвались две гранаты. В инциденте участвовали два человека, один из которых погиб при взрыве. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.